Всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дед. Я приветствую вас на своем канале. И сегодня с Алекс Вейкером мы начнем проходить Ван Хельсинга. Да, всем привет, ребятушки. Начнем мы проходить Ван Хельсинга, самую первую часть. И я хастую. Давай, да. Все, сейчас уровень я выставляю тогда 99-й. Я не знаю, какой там, может, реально 30-й максимальный. Ладно. Значит, режим игры истории у нас будет, сложность средний. Все, раз, два, три, поехали. Сейчас посмотрим, показать всех. Все, плюс проверка пинга. Все началось с зова о помощи. С письма из Баргови, адресованного Ван Хельсингу. Великому победителю чудовищ, моему отцу. Он удалился от дел, но я тоже охотник. Так что я отправился на помощь вместе с леди Катариной и моей выдающейся компаньонкой. Я эксперт в области сверхъестественного, и кажется, меня тянет к таким вещам. Время от времени события выходят из-под контроля, и мы вынуждены уезжать в великой спешке. Иногда в этом виновата Катарина. Временами она бывает очень жестокой. Но она всегда помогает мне скоротать день. И так уж получилось, что она призрак. Мой отец спас ее в Барговии, и с тех пор она обязана служить нашей семье. Катарина вечно жалуется на это, но я думаю, что по правде ей нравятся приключения. Она очаровательная душа, но также у нее есть темная сторона. Хорошо, это приносит пользу, когда я в опасности. В дороге мы мало-помалу выучились работать вместе. И, наконец, под холодным дождем Венеции мы стали командой. Последний отрезок пути мы проделали морем. Кроме кракена, пиратов и бурь, остальная часть путешествия была непримечательна. У меня было время все обдумать. Когда-то Барговия была мрачным местом, где жили чудовища. Давным-давно мой отец победил бессмертных королей, создал мирный договор и передал страну в руки нескольких просвещенных людей. Так что случилось? Что могло стать страшнее правления чудовищ? Чем ближе мы подбирались к Барговии, тем противоречивее становились слухи. Земли за грозовыми горами были окутаны тайной. По мере того, как наша повозка приближалась к горам, внутри меня росло плохое предчувствие. Я почти не удивился, когда услышал взрыв. Приключение только что началось. Ну все, да. У меня загрузочка прет. Ну, аналогично, Барговия. Да. Welcome to the Barговия. Да, единственный путь Барговии лежит через что-то там. Как он пережил это? Катарина, ты разве не должна помочь? Сать его! Да ладно, это всего лишь какие-то грязные разбойники. У меня мышки видишь, не было. Все прошло легко, да? Так вот, как они тут встречают людей. Так, давай тогда ты будешь ставить у Катарины это ближний бой, а я дальний. Но он тебе по стандарту ближний ставит. Разберемся по ходу игры, потому что, во-первых, геймпад, во-вторых, вот, что я сделал. Сначала надо разобраться с управлением, с параметрами. Что-то он потом у меня уже все остальное. Не атакует, прикинь, что за херня. Кто не атакует? У меня нет атаки. Не происходит. Может, у тебя что-то в руках еще стоит? Нет, у меня... Маны, может, Есть у меня все. У меня вылетает из рук что-нибудь? Нет, ты просто стоишь тупо. Вот, у меня нет атаки, че за бред? Вот, ты стреляешь. А у меня нет атаки. Че за... Нужна ярость. Ну, короче, весело. Я не могу атаковать. Че за бред? Вообще? Вообще все. У меня типа кулдаун идет, а атаки не существует. Невозможно. Ух ты, ух ты. Меня намудохали. То есть... Блядь. Что за... Да, я не могу. Странно. Ну
боже, это было... Я впечатлен, правда. Прямо настоящее представление. Мы все еще можем перелететь через расселину. Правда? Точно. Иногда я забываю, что ты человек. Это ж рука зачесалась. Нам придется пойти обычной дорогой. Да, сука, да что за... Ладно. До сих пор не рубит? Да не рубит, не атакует. Это чмо, я не знаю. Ладно, я потанкую хоть, давай, чтоб они это... Странно. Может, еще в параметрах поставил? Может быть. Может, у тебя геймпад работает, не? У меня нету его, я его в Москве оставил. А, ну ладно. Игровые разрешения, Crossfire, да-да, тупая. Ай, ладно, буду разбираться, так. Давай, ты пока. Подробности, статистика. Так, очки характеристики. А, что значит, я буду один раз на удачу прокачаю, и по два, вот так вот. Все. Дальше у нас рюкзак идет. ХЗ, конечно, что как. Вот поставлю, например, меч этот, и... Наверное, он лучше будет. Типа, навыки... Да. Мистический воин, охотник, окулист, ауры, уловки. Ауры и уловки отдельно, да, качаются? Или все вместе? Смотри, видел атаку? Нет. Ага. Вот. А первое у меня забаговало по ходу дела. Я первым скиллом не могу атаковать. Ага. Нормально. Ну сейчас, подожди, я тут разбираюсь просто, что тут надо это поднять. Ну, наверное, типа самое первое вот это. Ну, ты танк, тебе, наверное, живучесть качать надо и ловкость. Я вот, допустим, сейчас все вкачал в этот. А, забыть. Так, что тут еще есть? Это что, оглушающий удар, точно удар. Не могу это сделать. Так, что тут еще? Похищение жизни, яростный натиск. Восстанавливается 10 единиц здоровья. Так. А, больше нельзя это поднять. Морковь. Так, а что тут еще есть? Разряд молнии, совершенное парирование, сильный удар. Можешь мне сильный удар поднять? Не могу. Что еще тут? Разрубание, тоже не могу. Кольцо... А, все, это я понял. Так, забыть. Что это? Совершенно парированный, благодаря тяжелым тренировкам вы стали лучше защищаться мечом, тем самым ваша способность парирования удара выросла. Или в жопу ее. Ладно, электрический удар тогда поставлю. Его могу до второго уровня качнуть. Или забыть. Давай, один забуду. Ауры. Пассивный навык. Его можно прокачать? Да, его можно прокачать. Буйство. Повышает множитель критического урона. Что-то. Это DLC, которое мне недоступно. Скрытые резервы. Так, уловки. Жизнь, опять DLC. Активный навык у вас, у ваших союзников, находится в радиусе 10 метров. Увеличивается наносимый урон и шанс на критический удар. Не могу. Я могу я это качнуть. В, так, в лагерке. Тут лагерек я. Подожду. Угу. Я просто вот смотрю, и я не догоняю. Что тут можно? Как тут можно? Такое ощущение, знаешь, Лёх, что у меня не работает левая кнопка мыши. Но если бы она не работала, я не мог бы бегать. В итоге... Так, спутница. Вот спутница, да, у нас? А, телосложение, так, ну давай тоже у нее. Что тут? А, все, ничего нельзя. Кстати, я сундук не могу открывать. Достижение, умение, окно.
Ладно, все, пошли. Открывай. Не знаю, что ты там понащелкал. Открывай сундук, я не могу его открыть. Ты должен первый его, ты его должен открыть. А что за прикол? Ну, я не знаю, наверное, из-за того, что ты хост. Блин, зачем я опять это нажмал? Не могу это сделать. Да пиздец, не я пока маны. Так запукаю, бля. Меня уже убьют 5000 раз. Нужно больше маны. Так, опачки. Родненький тут. Я меч плащ, какой-то. Плащ сменил. Так, что тут у нас еще есть? Рюкзак. А, великий меч. Подожди, используется. Так. Полуторный меч, великий урон. 8.13. Вот этот я поставлю. Все, ничего не знаю. Катарина, пока что без ничего. Ну-ка, о! Хочешь... Вот нормально. Хоть что-нибудь я без тебя могу, вот, допустим, святые добро. Да я ничего не могу, блин, охренеть. Из-за не того, что ты хост. Ну это глупенько. Вон, я даже ну, нажать не могу. Маны. Не могу это сделать. Не хватает маны. Да жопа, какой кулдаун. Ладно, в следующей серии разберемся, что к чему, может, не потом настроим все это дело. Не хватает маны. Так скажем, пробный период. Мясо. Мясцо! Усиленный жилет. О, это я возьму. Невозможно. Нужно больше маны. Сколько тут этих мамонтов нужно нахрен? Больше маны. Невозможно. Отходи, отходи, отходи. Жизни не хватит на них. Нужно больше маны. Не хватает маны. Получ. Так, что у нас? Смотри, домовой. Ну-ка. У него мешок с сокровищами. Ууу, мочи его! Пизди, пизди его, пизди, Леха, пизди его. Лови эту чмошницу. Чмошник. Я из него так парочку выбил. Ну, да. У него такой вид, как будто он встретил привидение. Я тут ни при чем. Это ты за ним погнался. Я тут ни при чем. Да я вообще не видел нихера. Я из него это три хренюльки какие-то выбил и все. А он мешок скотина выкинул и сам и того. Сам выкинул. А, и сам выкинулся. О, ребятухи. Иду, по всей видимости, иду. Жесткие. Иду, да, синие, очень мощные. Невозможно. Ой, я уже понял. Нужна мана. Они медленно ходят? Да, но это не спасло. А потому нужно что я не думал, маны. Что на тебя сработает тоже. Не хватает маны. Минус один. Могу. Подожди, пожалуйста. Я тогда с дальнего буду стрелять. Нужна мана. Невозможно. Так, левел ап, отлично. И еще один. Нет, это хороший. Не уровень был. Это было умение. Репутация. Навык, навык, да, тут выбираешь. Так, ладно, давай. Ну давай, телосложение. Качну. Ловкость. Удачу. Ну так буду. Сила воли, это по сути на магию, да, идет? Колдовство, да. Сила воли, да. Мне она не нужна, я вот качаю три аспекта. Удачу я по единичке поднимаю, а все остальное повыше уже. А че в Катарине ничего нету? Ей можно что-нибудь дать? Она еще не апнула уровень. Вот как апнет, так можно будет. В начале в этих, в умениях, да? Я тебе посоветую прокачать собиратель. Это что и это где? Ну это в умениях. Собиратель, сфера. В чем? В умениях? Да, 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 в умениях собиратель. Там он получает подожди, дополнительное подожди. Место. Умение. Там внизу собиратель. Собиратель? Да. У меня удача только. В смысле удача? Подожди, умение. Ну, в умение заходишь, у тебя доступные умения, такой список, а изученные пусто должно быть.
Вон она чё, ещё тут эту хрень можно качать. И ты типа собиратель, вкачай, тебе дадут еще сумку одну, то есть у тебя будет в инвентаре в два раза больше места. Вон она что. Понятно. Ну ладно, пошли тогда. Ну тут сундук. Давай откроем его. Что там? Так, железный... О, мана. Так, маска. Тут либо все это не делится пополам. Делится. В том-то и дело, что делится. Тебе выпадает одно, вроде не выпадает. Лес проглотит. Ух ты. Сейчас я выплюнет мои косточки. Чуть-чуть назад отойди. Я тебе дам шляпу, хрен ты моржовый. Зачем тебе гостиница? Значит, остаток своих дней я проведу в лесу среди деревьев, как какая-то заблудившаяся крестьянка. Мне нравится это лес. Не хватает маны. Хорош. Это вообще вон. Постой, я даже рассыпалась. Воу, я забыл тут эти письки. Сейчас назад возвращайся, я их прессану. Нужна мана. Все? Ну да. Там кого-то жрут. Да, Катарина. Вот, ну новый уровень у Катрины, да? Новый уровень. Угу. Всякая бибека. Притронься к этой хрени. Угу. Я не знаю, на меня она влияет. Нет? Белочка. А ее можно будет было убить вообще, или она просто исчезла? Так, ладно, смотрим, что тут еще есть. А, спутница, да? Вот. Два опыта. Ну давай ей телосложение и ловкость. Поднимем, пусть ее побольше. Значит, голубая кровь. Атаки Катарины становятся более яростными. Волна ужаса. Катарина получает способность уклоняться от атак. Ладно, в обычных навыках что у нас? Катарина появляется четырехкратная обездвижить цель. Ладно, я пока голубую кровь вкачаю. Девять к атаке от Катарины. Угу. А вот, наверное, охотник-оккультист не буду качать вообще. Почему? А что? Это дальний, собственно, бой, что там, пистолетами этими стреляться. Кстати, Лёха, иди сюда, тут заначка такая. Если небольшая. Что, у тебя вон хорошая хрень и заморозочка. А, вижу. Так. Она даже получше будет. Перчатка, три маны, ну, у меня ничего интересного нет. Потом все продастся. А, вон, тут же ж написано, типа, спутница, это или это ей скинуть? Она это... ж не будет драться мечами? Будет. Ну, будет? Она не именно мечами будет драться, она будет драться своей атакой, но эти мечи ей дадут атаку эту. Короче, ну они... вот, типа, вот я могу передать, да, и пистолеты, активировать. Да, и пистолеты ты можешь ей передать. Ну все, отлично тогда, я думал. Что, ну так и будет летать какая-то? Нет, ты ей даешь, но она у нее... Вот как у тебя, видишь, меняется, допустим, меч, да? А у нее не будет ничего меняться. Она как била руками, так и будет бить. Просто атака будет уже выше, как у этого меча. Ну, я понял. Ну, я свой первый дал. Трупик дал. Красавцы, сука, ебать они бесячие. Не хватает маны. Невозможно. Кожаный плащ, нормально. Так, это моя приняла, да, облик? А, mm-hmm. Они обе. О, жирненький, здорово. Пощечу. Полегче, приятель, мы твои друзья. Все так говорят. Но во время моей стражи ни один злой дух не войдет внутрь. Ни за что, сэр. Да как ты смеешь? Я сначала разорву тебя на части, а затем научу хорошим манерам. Нет. Я не вас имел в виду, миледи. Мы всегда рады видеть знатных представителей нежити из Барговии. Вот вы в этой шляпе Ван Хельсинга. Здесь не любят гостей с оружием и плохими манерами. Я охотник на чудовищ. Конечно, ты охотник. Или ты источник неприятностей.
О, вам не нужно беспокоиться о моем слуге. Я держу его на коротком поводке. Катарина! Благодарю, миледи. Вы можете пройти. И ваш слуга тоже. Мы обсудим это позже. Ладно. Не благодарю. Жопа с ручкой. Оп-оп-оп-оп. Ой, я ушел. Ладно, я тоже уйду. Все. Все. Хоть там рыбаночка какая-то была тоже? Нет, там был петух один, которого мы не убили. Ну ладно, потом, может, вернемся. Можно же вернуться? Да, что-то? Конечно, можно. Давай посмотрим, что тут хорошего есть. Первым делом разнести всю деревню. А потом уже им помогать. Так, кура вон бегает. Ой, а что тут? Козочки. Подожди, подожди. Подожди. Отдыхаю. А, вот, слушай, да, продать же можно. Подожди, это рюкзак. А как открыть рюкзак именно твой? И нажимаю. А, ну у меня И, а как у тебя? Бляха-муха. О, смотри, тут золото можно слутать, ё-моё. Сука, мне не хватает мальца. Сколько золота? 5? Вот здесь вот я собрал по восьмерочке, что ли. Нету, там ничего не было. Так, есть мечи. Подожди, а какую ж мне кнопку нажимать? Паузу? Нет. Ебанись, блядь. Ну-ка, сука, заткнись, нахуй. А, тут вон какая жопа, я понял. Можно, типа, лупануть сразу всем, а можно, типа, выбрать. Прикольно. Нихера себе. А, ну, как же ж мне инвентарь открыть тогда? Наручи скоробея какого-то огненного. Может быть... Да я уже не помню, какие кнопки на этом джойстике. Навыки, спутница. Но это все идет как бы кач. Она... Так вон он там, и рюкзак есть, и где навыки, спутница, вроде, вон рюкзак. Добро пожаловать, чужестранец, миледи. И вам доброго дня. Нам нужно попасть в Барговию, а мост разрушен. Тогда вам нужно договориться с деревенским старостой. Он знает дорогу через лес. Где я могу его найти? Ничего не дается просто, мой дорогой Ван Хельсинг. Я уровень апнул. А, не я апнул, Катарина апнула. Там. Нет, а то, смотри, есть еще. Может его зажмать надо, да нет? Спутница, что ей? Ну давай еще качнем. Удачу ей качнем. Вот это. Вот так ей качнем. И атаку. Качну ей вот так. Что тут? Поцелуй смерти. Она же сама, да, использует все эти навыки самостоятельно? Ну, вообще, да. Но не всегда. Не, по-моему, да. Да-да-да, она сама использует все. А ну все, пусть так тогда. Дневник, достижение, умение. Там, если что, на вопрос сходи. Выполни все. Они наблюдают за нами! Могущественные создания следят! Ой, господи, я вообще не догоняю, что от меня просит эта игра. Пойду с головы хотел сказать. С коровой поразговариваю. Сейчас я в параметрах посмотрю тогда управление. Я говорю. Меню. Окно персонажа, взаимодействие, так, портал в город. А, тут вон еще эти. Карта, порция маны. Портал в город, целебное зелье, выбрать усиление, навык, меню. Куда ты пошел? Да никуда я не пошел, блин, проходил мимо, зацепило. Чернота просачивается в мир через разрывы реальности. Значит, здесь можно войти в черноту. Да, и ты можешь отправиться за пределы этого мира и попасть в определенное место. Это путешествие через черноту.
А, ты имеешь в виду телепортацию? Какое дурацкое слово. Да по-любому так все. Да я пойду куда шел. Вот я смотрю, я не догоняю все равно. Вот карта есть, портал в город, ближний бой, стрельба, передвижение, усиленная комбо, взаимодействие, окно персонажа, ну. 33, да пошли вы в жизнь. Меню. Навыки, навыки, навыки. Выбрать уси. Не могу это я сделать. Я не хватает ярости. Короче, я подобрал плащ, а как его просмотреть, я хз. Открою. Инвентарь же умеешь открывать? Нет. Надо сейчас я гляну. В том-то и прикол, что я не знаю, как открыть инвентарь. Блин. Параметры, репорт баг. Нету. Даже не знаю. Нужна ярость. Да нет, она сразу просто в игре должна как-то открываться. Что за прикол? Короче, поговорю вот с этим ублюдком. Ладно, потом разберемся. Что-то я не догоняю. Невозможно. Что там требуется? С этим? Да. Ну вопрос есть у него? Все в порядке, говорит. А ты апнул уровень Катарины-то? Да. А, ну все, я думал, что нет. Вот, тут еще какой-то черт есть. Наконец-то! Настоящий охотник! Хоть кто-то здесь мне рад. А, они все забыли, как опасны чудовища. Вот к чему приводит мирная жизнь. Кто здесь может мне рассказать о Баргории? Поговорите с алхимиком, если сможете. Бродячие цыгане прокляли его, и теперь он лишился дара речи. О да, они любят проклинать людей. Приятно знать, что они соблюдают традиции. Катарина, перестань. Чем мы можем помочь этому бедняге? Отправляйтесь в табор и уговорите их снять проклятие. Ну, я знаю, как мы уговорим их. Кстати, смотри, вот это отсылка. Вот тут сундучок есть. Это чтобы вещи от перса к персу перекладывать. Ага. Короче, вот это отсылка к Диабло 2. Отлично. Да, я могу говорить. И что? Там тоже была двуголовая. Там все, по-моему, двуголовые коровы были. Му на тебя. Му на тебя. Брамин недоделанный. Так, ну нам сюда. Да шо, я думаю, давай на этом закончим первую серию. Вот, да. В следующей серии мы двинемся дальше, браздить просторы этой игры. А с вами был Алекс Вейкер, Хамстер Дэд и Ван Хельсинг, первая часть. Всем спасибо за просмотр. Счастья, добра, позитива вам, ребята, и всем пока. Всем пока.